Semenjak videonya viral beberapa waktu lalu, seorang prajurit berusia 28 tahun dengan nama panggilan Tawan berbagi cerita melalui wawancara bersama @thecoolco. Rekamannya kemudian ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 16 Juli 2024. Prajurit itu bercerita tentang seperti apa ia menyerbu apartemen melalui balkon di Casoviar beberapa waktu lalu. Aksi yang cukup menegangkan itu menjadi sorotan warganet, di mana tentara itu nekat menyerang dari atas ketinggian. Dalam wawancara tersebut, ia mengungkapkan ia menjalani seluruh operasi untuk membebaskan mikro di stik kanal. Saya menyerbu gedung bertingkat pertama dan terakhir, katanya. Itu дверь была? Дверь была. Сильный был ветер, стоять невозможно было на ней. Она еще шаталась. Стрелял туда, в комнату, на вытянутых руках. Тоже голову свою высовывать не хочется, потому что оттуда тоже может нехило прилететь. И то не знаешь, что и как там построено все. Они сдались. Получается, 4 человека, автоматы побросали все, разделись, все вышли. Я только такое в фильмах видел, говорит. Больше я такого нигде не видел. Что вы меня просто в угол загнали, говорит. Повезло вовремя покинуть эту комнату. Дальше идем защищать. Только оттуда выходим. И тут просто так этаж сваливается до самого низа. Да. Буквально минута. Еще там, и все, мы там бы остались. Ну а так начиналась битва за Часовьяр. Шершень в первой штурмовой группе. 10-километровая тропа до города. Вражеские мины, дроны. Жужжит где-то над головой. Камышами, тропинками. Осталось 3 километра где-то. Последний рывок под прицелом вражеского пулеметчика. Тут уже надо мне бежать. Сперва десантники сумели закрепиться в этих гаражах на южной окраине микрорайона канал. Пошли с командиром на разведку. Ну, посмотреть пути, как пройти лучше туда, к дому. Мы уже подошли очень близко, ну, вдвоем решили штурмануть. Забегают, забегают. Все, в первый, второй мы не стреляем, там наши. Выбивать боевиков было крайне сложно. Каждую квартиру противник превратил в крепость, проломив проходы в стенах. Окна держали на прицеле из соседних домов. Давай, 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 дорогой! Достало. Вот наша двойка заходит в руины следующего дома. Враг отходит, вызывает огонь артиллерии. Дом гудит от прилетов снарядов, дронов камикадзе. Пол может обрушиться в любую секунду. А ивановские десантники пьют в коридоре чай и подбадривают друг друга перед новой атакой. Че, чай, кофе? Че, пац, идем штурмовать дальше. Минут 20-30, сейчас чайку попьем. Находит в доме вещмешки боевиков, которых только что выбили отсюда. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.